Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online, и сегодня мы с вами поговорим об окончании каталога. Сейчас у нас с вами идут очень шикарные новости, к нам присоединился Флоранж, корпорация Денес МС, у нас поменяли условия по быстрому старту, теперь за полгода можно открыть хоть золото и получить двойные квалификационные бонусы, также это могут сделать и новички новичков, то есть это можно бесконечно открываться, подтверждаться, расти. У нас улучшили новую систему по ВИПу, то есть сейчас VIP со стажа VIP-1, прям с уровня VIP-1 компания под нас будет регистрировать людей. Раньше это было доступно с VIP-12. Расширился ассортимент, выпускается коллекция и высокая мода от Алены Ахмадулиной, и обычная мода. Faberlic стал Fast Fashion, это в переводе называется быстрая мода. Новые детские коллекции выпускаются, еще что-то. И, конечно, начался сезон. И в прошлом каталоге мы с вами показали, в позапрошлом каталоге мы с вами показали 22 тысячи прироста, а в прошлом каталоге тоже много, но чуть-чуть поменьше, а в этом каталоге у нас с вами просто ошеломительные результаты. Сейчас я открою страничку ВКонтакте, дабы боюсь кого-то пропустить, боюсь кого-то не поздравить из директоров. У нас с вами очень много званий. Во-первых, мы смогли открыть звание национальных директоров, старших национальных директоров. Это 15 директорских веток. Дата регистрации нашей на проекте Faberlic Online 26.11.2014 год. То есть менее чем за 2 года мы смогли открыть 15 директорских веточек. Но это все благодаря уже самим лидерам. К нам приходят очень сильные лидеры, к нам приходят такие умнички, такие классные. Они приходят уже на результат и делают его. Дело в том, что мы 2 недели, даже больше, мы были в разъезде. И мы не ожидали открыть новое звание. И мы не помогали лидерам, которые открылись. Это просто безумно классно понимать, что в команде такие сильные, успешные, классные люди, которые делают огромнейшие результаты. И вообще практически не задают вопросов. Это просто не описать словами. Итак, у нас открыла Мария Назарова, старшего директора. Личный оборот Марии 900 баллов. Это такие огромные обороты Маша делает. У нас открылся новый директор. У нашего старшего директора Татьяны Коркиной, Гартингер Татьяна. Также у нас открылся новый серебряный директор Ириночка Тихонова. Открылся новый директор Маргарита Реброва. Открылся также новый директор Анюта Зарубина. Открылся рубиновый директор Светлана Спиридонова. Светочку мы ждем на бриллианте к Новому году. У нее очень скоро будет уровень бриллиантового директора. Это просто лидер с большой заглавной буквы, который успевает все. Это просто замечательная женщина с сильной, очень сильной хваткой. Поздравляю Майю Тонконогову с открытием директорства. Уровень также 23%. Поздравляю Юляшу и Виталия Макликовых. Это просто супер семья. Это просто великолепные люди, которые всегда вносят позитив в чат. Это люди, которые открыли АП, открыли ИП и уже зарабатывают огромные деньги, которые уже вышли на директорство и имеют свой агентский пункт. Поздравляем старшего директора Танюшу Коркину. Совсем недавно она открывала простого директора, и вот она уже старший. И в ее структуре появился как раз-таки и директор. Это просто здорово, это ошеломительный рост. Поздравляем нашу звездочку Олесю Войтенко. Ей очень много трудов стоило открыть это директорство, и теперь она знает, как это делать, и у нее все будет получаться. Это добрый, позитивный, классный человек, который всегда нацелен на работу и никогда не жалуется. Олесечка, поздравляю тебя, умница наша. И, конечно,
Вот это все за один каталог. Вы представляете, на самом проекте, интернет-проекте Фаберлик Онлайн у нас с вами очень много директорских заявок. 23 директора открылось на всем проекте. Это просто ошеломительные результаты. Это просто невозможно приятно осознавать, что мы с вами сотрудничаем с такой великой компанией, которая делает для своих лидеров все, что мы с вами сотрудничаем с таким классным проектом, который перерастает себя на 1000%. Это просто изумительно, это просто классно, это заражайтесь позитивом, растите, идите за нами. Мы вас всех ждем в Доминикане. Очень-очень ждем, потому что нужно открыть золото до 4-го каталога. В сезон с такой компанией, которая рекламируется по телевизору, которая расширяет ежекаталожно ассортимент, которая покупает компании, строит свои заводы. Это просто невозможно не сделать. Это просто замечательное условие в нашей компании. Какие дарятся подарки новичкам, какая у нас мощная стартовая программа, какая у нас мощная программа Фаберлик Клуб, какие у нас мощные подарки по возвращению в бизнес. Используйте это все, рекрутируйте как можно больше. Успех начинается с 21 регистрации в каталог. Итак, мы с вами зайдем в наш личный кабинет и, конечно, просчитаем с вами прирост. Я, если честно, считаю уже на калькуляторе, потому что очень большой был прирост. Вычитаем 149, 149, 890. И у нас с вами получается 27 711 баллов прироста. Это самый мощный потолок, это самый мощный скачок. Самый большой прирост был 22 тысячи. В этом каталоге у нас с вами рекорд, потому что начался сезон, потому что компания себя, сама себя пиарит, компания нам с вами помогает расти. И это просто безумно классно. Такие скачки по росту благодаря тому, что мы с вами в нужном месте, в нужное время, в правильной компании, в совестном интернет-проекте, с прекрасным обучением. И это говорит о том, что мы с вами все делаем правильно. Это самое главное. Если мы растем, значит, мы с вами все делаем правильно. И мы с вами продолжаем делать так же, но просто с большим энтузиазмом. Просто мы с вами убедились в том, что мы с вами молодцы, что мы с вами умнички. Я очень горжусь своей командой, я очень горжусь своими лидерами. Их так стало много. А в чате директоров, сейчас, минуточку, в чате директоров у нас с вами, так, ошибочку сделала, 40, уже 40 человек. Это просто неописуемо классно. У нас постоянные праздники под конец каталога, потому что заявка за заявкой, заявка за заявкой. Это все время мы все время кого-то поздравляем, мы все время кого-то превозносим, мы все время за кого-то радуемся, потому что на самом деле директорские уровни не счесть, а ведь у нас с вами есть и уровни, которые 19, 12, 15, 9, 3%. Это просто неописуемо классно. Вы посмотрите, сколько радости в чатах, сколько радости, сколько успеха, сколько побед, сколько всего. А все начиналось с того, что мы вели вебинары. Я помню, что я пришла на 6% и начала проводить вебинары уже с 6%. Я помню, как мне 80 баллов не хватило до 9%, и я сидела и расстраивалась. А сейчас у нас с вами дружная, крепкая команда. У нас с вами куча чатов. В каждом чате у нас с вами прямо, я не знаю, по 300, по 500 человек в каждом чате. И это просто великолепно, иметь такую мощную команду, такую дружную команду, где не важно, кто под кем зарегистрирован, где все друг другу помогают. И наше единое целое, вот что мы так вот друг к другу относимся трепетно, что мы вот так друг друга поддерживаем, вот оно нам и дает этот колоссальный рост. Самое главное, не потерять вот это чувство единства, чувство того, что мы
с вами самое лучшее, пока мы вместе, дорогие коллеги. Также хочется рассказать, конечно же, про результаты. Мы зайдем в «Моя структура» и обязательно посмотрим, сколько у нас с вами было регистраций. Нажмем «Детальный обзор по всем консультантам структуры». Кстати, вот тут немножечко 1200 баллов было не оплачено. И я сейчас переживаю, что кто-то может и слетел со стартовой подарка. И это, конечно, очень-очень мне не нравится, но тут уже ничего не поделаешь. Я выбрала вся структура, выбрала новички и нажала применить фильтры. Вы знаете, компания как в воду смотрела, когда вводила нам минимальный активационный заказ. И только после этого минимального активационного заказа нам можно было регистрировать, да, регистрировать людей. И вы знаете, вот с этого момента и пошел самый качественный рост. Каждый лидер стал работать со своим новичком. Вы понимаете, тут дело в том, что обратите внимание на то, что я нажала новички, 14-го каталога. И есть такие люди, допустим, как Бабкова Ириночка, которая за 2 недели открыла 12%. Вы почувствуете мощь компании, вы почувствуете, какие классные лидеры, целеустремленные на нашем проекте. Вы смотрите, 9%, да, то есть это новички этого каталога вышли на 6%, вышли уже на 3%, которые уже сами делают заказы даже на 200 баллов. Новички не могут делать мало заказов, потому что такой широкий ассортимент, какого нет ни в одной компании, и это просто мощно для бизнеса. Извиняюсь за слово, но по-другому это не сказать. Низкий поклон дорогим основателям, дорогим даже нету слов. Низкий поклон Алексею Геннадьевичу Нечаеву, Максиму Рыпаленко и всем-всем-всем, Елене Кайде, за то, что вы для нас разрабатываете такие классные, мощные условия для роста. Без вас, без ваших акций, без ваших распечаток, без ваших вот всех, вот вы сделали распечатку вглубь по стартовой программе, сделали распечатку по Faberlic Club, сделали распечатку по личной группе, покрасили всю распечатку в разные цвета. Мы всегда видим, кому положены подарки, возвращение в бизнес, кому чего. И это просто изумительно. Мы не надоедаем письмами тем людям, которым они не положены. И это самое главное. Мы уважаем чувства всех людей на нашем проекте. И это просто замечательно. И, конечно же, прирост сделали люди, которые только еще пришли. Вы посмотрите, какие большие заказы делают люди. Это благодаря тому, что широкий ассортимент. В первый каталог регистрации люди делают 100 баллов, 25 баллов. Да? То есть очень мало маленьких заказов. Обычно заказы просто здоровенные, большие. Да? Обратите внимание, что людям есть что купить. И это радует. У нас даже с вами есть VIP-ы. Давайте с вами отсортируем и увидим, что у нас с вами есть VIP-ы. Так, это у нас 0, а это у нас с вами по личному обороту. Смотрите, сколько людей в каталог регистрации наделало заказов. Посмотрите, как классно. Да, это вторая страница. А первая страница у нас с вами там VIP-консультанты. Обратите внимание, у нас с вами даже 8-ю страницу взять, и то будут заказы по 20 баллов, да, 20 человек, кстати, на странице. 10-ю страницу берем, да, 18 баллов. Это просто шикарнейше, сколько людей, а это мы в самый назад перелистнули, сколько людей уже приходит, и они целенаправленно покупают, они целенаправленно выбирают именно нашу продукцию, потому что есть что выбрать, и продукция качественная. У компании свой завод, собственное производство, собственная лаборатория. Скоро появится своя собственная фабрика по шитью одежды. Это просто великолепно. Дорогие коллеги, я желаю вам
отработать в сезон на полную силу. Я желаю вам к четвертому каталогу всем как минимум открыть золотого директора, чтобы поехать с нами в 2017 году на Доминикану. Я вас всех приглашаю на ассамблею Фаберлик. На ассамблею Фаберлик сейчас дарят чеки только с уровня серебра, потому что простых и старших директоров очень много, и они никак не могут пригласить всех на сцену, вы представляете? Поэтому минимум серебро, чтобы получить чек на ассамблею, и минимум золота, чтобы поехать с нами в Доминикану. Поверьте в себя, все в наших руках. Только в моей команде 3000 регистраций. На самом деле на проекте более 50 тысяч баллов прироста. 50 тысяч баллов прироста. Это такая сумма, которой не было еще на проекте. Это рекорд. В этом каталоге рекорд по директорам. В этом каталоге рекорд по приросту. И в этом каталоге рекорд по регистрациям. Почему? Потому что мы с вами очень хорошо поработали летом. А тот, кто хорошо работает летом, очень здорово пожинает плоды уже осенью. И, конечно, осенью у нас с вами сезон до самого марта. Поэтому работаем, работаем и еще раз работаем. А отдыхать мы с вами будем летом. С вами была Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами на вебинарах, до встречи с вами на обучениях, до встречи с вами на поздравлялках в среду. Я буду безумно рада всех поздравить, я буду безумно рада за каждого всплакнуть от счастья, потому что наша команда – это наша с вами гордость. Наш проект – это наше с вами детище, все, потому что без вас не было бы нас, без нас не было бы вас. Поэтому у нас с вами будет всегда дружная и крепкая команда. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.